21 век полон инновационных технологий, которые приносят нам массу полезных вещей, применяемых как в быту, так и в коммерческих целях. Совсем недавно тяжело было себе представить, что телефон будет работать без проводной связи, а автомобиль будет ездить на батареях, и отправленное письмо не придется ждать неделями. И это только начало 21 века. Что будет в конце столетия, тяжело себе даже представить. Компания Node смотрит вперед и уже сейчас разрабатывает эволюционную систему беспроводной зарядки аккумуляторных устройств. Преимущества и достоинства у такого способа зарядки предостаточно, а об удобствах говорить нет необходимости. С реализацией идеи проекта отпадает необходимость в наличии нескольких зарядных устройств или переходников к ним. Все приборы можно будет подзарядить при помощи всего лишь одного устройства. Беспроводную зарядку уже сейчас можно использовать для зарядки мобильных устройств, таких как телефоны и MP3-плееры или другие гаджеты, электронные часы и компьютерные мыши. Для зарядки устройства достаточно разместить на небольшом коврике, и через непродолжительное время батарея будет полностью заряжена. Преимущества у такого способа неоспоримы. Удобство и меньше ремонта самих устройств. Ведь не секрет, что основная причина ремонта подобных устройств связана с разъемами для зарядки. Node Power на данный момент уже имеет альфа-версию рабочего продукта. Вернее сказать, есть даже два варианта беспроводных зарядок. Гибкий коврик и зарядная станция. Из преимуществ у коврика стоит отметить большую площадь поверхности, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. А у зарядной станции присутствует автоматический контроль мощности и возможность подзаряжать устройство в радиусе покрытия 270 градусов вокруг станции. Удобно, не правда ли? Но команда не планирует останавливаться, а строит большие планы по дальнейшему внедрению беспроводной зарядки в нашу жизнь и использовать ее более широко. Только представьте, что ваш компьютер или телевизор будет работать без проводов. Данная технология будет иметь спрос и в медицине, где очень много приборов работает от электросети или требуют частой подзарядки. Разработки в этих направлениях ведутся, и чтобы ускорить процесс реализации задуманного в жизнь, компания Node проводит свое ICO по сбору средств. Созданные и работающие зарядные устройства только придают веры в этот проект. Удобство данной технологии не вызывает сомнений. Все, что подключается к розетке или работает от аккумуляторной батареи, может использовать представленную технологию. Только представьте свой дом без проводов и без разнообразных зарядных устройств. Или автомобиль, который заряжается, когда стоит в гараже или на стоянке. Удобно же. Область применения разрабатываемой технологии широка и вполне вероятно, что недалек тот час, когда все это станет реальностью.